Аргент башни. Вопреки воле Сэмюэля Хайдена, вы остановили производство Аргент энергии и задержали открытие портала в преисподнюю. Оливия Перс по-прежнему намерена призвать в это измерение войска ада. Она поднялась на вершину Аргент башни с аккумулятором и хочет создать с его помощью трещину между измерениями, распахнув врата в мир демонов. Это недопустимо. Вы должны убить Оливию Перс. Аргент башни. Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс Айкил, и я продолжаю проходить Doom образца 2016 года. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Нам нужно прикончить Оливию Пирс. Но для начала нам нужны специальные боты, которые помогут нам совершать двойные прыжки. Новый демон. Получена запись кодекса монстры Ревенант. В одиночку он не представляет абсолютно никакой угрозы. Вали нахрен отсюда. Может пуляться ракетами. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка. Но несмотря на это, он какой-то хилый все равно. Так, сюда мы не допрыгнем, да? Жаль. Походу, нам нужны ботинки все-таки. Аргент башня или аргент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайден. Это главное достижение ОАК. Вот они. Именно то, что нам нужно. Двойной прыжок. Вы получили прыжковые ботинки Дельта 5. Теперь вы сможете выполнить двойной прыжок, дважды нажав пробел. Окей, теперь мы можем запрыгнуть туда. Получена запись кодекса территории Аргент башни. Вот. Так. А на ту сторону мы допрыгнем. Отсюда мы что-то не можем сюда запрыгнуть. Да, в принципе, тут такое же расстояние. А в чем тогда дело? А, может, сюда надо сначала? Точняк. Прыг-скок. Ну, конечно, не мог же я пробежать тут спокойно, чтобы меня никто не трогал. Это было бы слишком просто.
Хотел застать меня врасплох. Не получилось. Кыш. А чё, нам обратно, что ли? Так, здесь закрыто. Наверх мы не запрыгнем. А если сюда? Да, тут мы можем куда-то пройти. Наверняка там что-нибудь ценное найдется. Блин! Твою мать. Вот незадача, промашка. Да отстань ты. Кто там стреляет? Когда вернусь, получишь у меня. Вот еще. Пилу на него тратить, ага. Сейчас. Вырубайся, 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 вырубайся. О, что прокачать-то? Термоудар, плазменное ружье. При стрельбе плазменное ружье выделяет много тепла, которое можно высвободить. Ё-моё, глушилка. Нажав активатор модификации, вы выпустите электрический заряд. А, термоудар возьму. Получен запись кодекс оружия, термоудар. Получен запись кодекса монстры. Ревенант. Так, кто там в меня стрелял? Давай, покажись. А? Получил? Сейчас и ты получишь тоже. Блин, патроны кончились. Может, хватит со мной играть? Она несет аргент аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад.
Хотя аргент-башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Я ее остановлю. Не переживайте. Где она? Получен запись кодекса оружия супер-дробовик. Аргент энергии, разработанная доктором Оливией Пирс. Мы единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую аргент энергию. Получаемая энергия питает этот комплекс, а аргент башня передает ее по всей Солнечной системе, позволяя всем обитателям Земли и близлежащих колоний жить беззаботной и продуктивной жизнью. Но одни мы не справимся. Нам нужна команда. Команда людей, полных энергии, потенциальной энергии. Раскройте свой потенциал вместе с ОАК. Благодарим вас за интерес к аргенту. Пока враг убегает, я слушаю эти километровые бредни. Класс. Зато мы нашли двустволку. Не самое мое любимое оружие в этой игре. Году. На основе прототипа, разработанного командой Хайдена. Это главное достижение ОАК. Опять ты. Как я тебя ненавижу. Блин. Ну и что толку с этой пукалки? А, да хотя не, ничего так. Блин. Я уже на грани. Ну дайте аптечку. Суки. Это что? А хей его знает. Ладно, давайте возьмем ракетницу. Блин. Что делать-то? Ё-моё! Да. Их слишком много. Их две здесь, прикинь. Блин, нормально. Мы что, можем сбежать? Да ладно.
Ладно, ничего не остается, кроме как лезть в этот люк. Ого! Нифига себе! Блин! Я не смог его разрезать пилой. Недостаточно энергии. Пузан. Четырехкратный урон. А ну иди сюда. Может взять что-нибудь посерьезнее. Где он? Ну же, ну же, ну же, ну же, ну! Хавай, сука! Иди сюда. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Супер. Это что, лифт? Не, погоди, я пока не собираюсь уезжать. Мне нужно собрать броню, патроны, аптечки. Так. Пока пусть опустится вниз. Это тоже лифт. Там броня. Блин, она бы мне пригодилась. Ну да ладно. Которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Если она вскроет этот аккумулятор рядом с аргент-лучом, то откроет портал в ее ада, и закрыть его мы уже не сможем. Допрыгнем, нет? Что-то я сомневаюсь. Может, есть какой-нибудь другой маршрут?
Давай же, ну есть. Так. Нифига себе. Как я понимаю, нам туда. Блин, а как туда запрыгнуть? Сейчас. Промахнулись. Давай быстрее, а. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Полетели двигатель, ракет и сладких конфет. Мальчишка герой приключений. Кто помнит? Да сколько их тут? Было жарко. Так, что тут у нас? Сюда, что ли?
бронекостюм. Какие-то патроны. Давай здесь все осмотрим. Запечатано. Ну тогда только туда. Другого выхода нет. Чё? Что я сделал? О! Пригодится. Боеприпасы, само собой. Увеличивает максимальный боезапас. Да. Лифт заблокирован. Куда, обратно, что ли? Ага. Так. А, эта штука задвигается. Так, теперь запрыгиваем на нее. И поднимаемся наверх. Так. Ага, и по этой штуке нам надо перебраться будет туда. Ясненько. Сначала нам надо сюда запрыгнуть. Давай, есть. Прокатимся. Так. Ага. Ага. Да ё-моё. Так, чё бы выбрали, дробовик, что ли? Блин. Ай. Да! Это что было? Все из-за этих двух ублюдков. Импов. Из-за них я свалился оттуда. Больше этого не повторится.
Проскочили. Так, тихо. Что-нибудь дальнобойное. Хорош. Вот и все. Что это? Ах ты крыса. Это какое-то улучшение. Но как мне его достать? Может, надо от стены оттолкнуться? Не получается. Ладно, хрен с ним. Мне бы понять, куда дальше двигать. Может, на эту штуку надо запрыгнуть. Так, улучшенный продув, повышение предела. Этой двустволкой я почти не пользуюсь, не буду ее прокачивать. А вот дробовичок или автомат можно было бы прокачать. Ты достал меня. Где этот здоровяк? Впервые мне ракетница пригодилась. Давай побегаем. Хороводы поводим. Нет? Как хочешь. Да, на них даже не обязательно тратить боезапас. Прикладом. Один раз прикладом и зверское убийство. Куда же дальше-то? А, я и не заметил сначала. Испытание.
Руническое испытание. Вооружившись боевым дробовиком, убейте 10 бейсбольных взрывами бочек за отведенное время. Количество 10, время 12, бонус плюс 3 секунды за убийство взрывчатой бочкой. Оружие и дробовик. Доступная награда, мощь снаряжения, предмет снаряжения становится эффективнее. Погнали. Блин, у меня всего одно очко здоровья. А чё так мало? Ко мне. Блин, ну уже. Быстрее, ну! Еще двое, ну, быстрее! Блин. Почти. Ну почти, как известно, не считается. Придется начинать сначала. What the fuck? Ладно, меняем тактику и взрываем просто все к херам сразу. Хотя чувствую, что так не получится. Все равно их надо приманивать к этим штукам. Блин, да чего у вас так мало-то? Повторите. Попытка номер 3. Так. Да подходите быстрее, ну. Тормоза. Клянусь, это в последний раз. Все, теперь самый последний раз. Наконец-то. Куда теперь? Не понял. А, вот как.
помешаешь мне взять то, что мое по праву, что было мне обещано. Голограмма. Забываю я пользоваться этими гранатами. Что, выстрелить что ли по ним? Ага. Приветствуем Боака. Мы открываем врата ада ключом будущего. Придурки. Ничего полезного здесь нет. Это не конец. Это только... Что ты делаешь? Дура. Идиотка. Умри. Вот это да. Необычная концовка. Ну что ж, ладно, на этом остановимся. В следующей части продолжим. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь роликом в социальных сетях, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу. С вами был Алекс Айкил. Увидимся в следующей части. До новых встреч и пока.